Встретимся через месяц. Первое воскресенье сентября, а дальше каждое воскресенье в 4 по Москве. До свидания. Встретимся на свободе. На этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой. Говорит Радио Свобода. Радио Свобода. Новости. В Москве 19 часов. Микрофон Юлия Митюхина. Следственный комитет России сообщил о задержании подозреваемой в причастности к взрыву в кафе в Санкт-Петербурге 2 апреля. 26-летней петербурженке Дарье Треповой грозит до 25 лет тюрьмы по обвинению.